Всем привет, мая 2018, и погнали дальше продолжать не уроки. И в этом ролике хотелось бы посмотреть, как можно раскрасить модель именно после того, как вы после скульптинга вылепили что-то, и вот вам нужно здесь преобразить ее. Так, погнали. Буду объяснять именно на сфере, на примитиве, потому что немножко он у меня подвисает. Хотелось бы модель какую-то подгрузить, ну, дюжить долговато это у меня происходит. Так, теперь имеем модель. Нажимаем правой кнопкой мыши, находим UV Sets, UV Linking, вот этот открываем. Смотрим, что тут, да как подгружается UV Centric, UV Linking. Все это дело можно закрыть. Теперь колесиком подкрутить можно, выбрать вот эту вот именно UV Editor. Открыть его и посмотреть развертку. Вот такая развертка. И теперь можно по ней уже красить. Как красить, заходим в Mesh Display и находим именно Paint Vertex Color Tool и нажимаем на квадратик. Вот высвечивается вот такая вот окошко. Здесь вверху именно размер пера, давление. И вот эта вот яркость придает именно цвету. Так, вот здесь вот есть разные профили, это вот как кисти. Одна вот эта первая кисть, она в центре рисует и размывает по краям. Сейчас покажу вам поближе. Немножко прибавлю размер примитива, чтобы попадало перо именно на нее. Так. Теперь включаем опять, вот здесь сбоку у вас эта кисточка. Ну и попробуем что-нибудь покрасить. Вот вы видите, как она красит. Красит она по вертексам, по вершинам. Можно также по фейсам поставить. Вот она будет уже по полигонам красить. Вот таким вот образом. Если вам нужно залить полностью модель, жмете Flood. Вот модель полностью заливается. Вот таким вот образом. Так, что еще? Можно также использовать здесь разные настройки, ну это в основном Vertex Face, полигоны, Scale и так далее. Дисплей можно включить Show Warframe, видимость сетки, если она вам нужна. Здесь теперь Attribute in Maps, вот это здесь вот Import Export, здесь можно импортировать текстуры и экспортировать именно развертку вот эту вот. Фейсы переключаете на вертексы с фейсов. И вот у вас здесь включается экспорт. Здесь есть у вас формат. Вот есть JPEG, GIF и так далее. Любой можете убирать. Здесь экспорт именно цветовой схемы RGB. Вот можно RGB поставить. Ну и все. Вот это все дело можно теперь нажать экспорт. И сохранить, допустим, на рабочий стол. Название. Это вы сохраняете именно вот эту развертку. Все, развертка сохранилась. И теперь нужно сохранить вот эту модель. Это закрываете, нажимаете, допустим, Export Selection. И жмете опять же на Desktop. И называете как-то, можете одинаково называть их. Вот так. Export Selection. Вот так вы сохраняете модель. Если вам нужно ее подкорректировать, подкрасить, опять же, два раза нажимаете вот на эту кисточку, выбираете любой тут цвет и можете еще, допустим, что-то где-то докрасить. Если добавить чуть-чуть полигона, вы видите, как вот это вот красит в центре ярко, а по краям размывает. Вот эта кисточка красит полностью именно цветом. Без размытия сильного. Эта кисточка красит вот совсем красным цветом. И вот эта кисточка красит именно квадратами. Вот видите, что появляются квадраты. Если вы нажимаете, так, попробуем. Вот единственное, не работает здесь уменьшение кисти.
И вот вы видите, что если вы нажмете на какую-нибудь вершину, вот так, так, что у меня тут происходит. Вот на вершину нажимаете, и она вот именно закрашивает вам весь полигон. Если вы на фейсы переключаетесь, то уже жмете вот на полигон полностью, и полигон закрашивается. Вот таким вот образом. Так, что еще можно здесь? Так, это отключим. Вертексы. Если вы нажимаете два раза на цвет, высвечивается световая гамма, и можете выбрать любой цвет. Жмете Done. Выбираете, допустим, можно вот так выбрать формат цветовой. Красить таким вот образом. RGB. Вот так вот. Потом Color. Вот так можно прибавить. Более белый. Чуть-чуть регулируете. Будет чуть-чуть вот притененный. И можно совсем красить темным. Оттенок регулировать. Ну, такая вот незатейливая штука с покраской. Вот такая штукенция прикольная. Вот такие получаются развертки. Уже крашены, их потом закидываете в любую программу и можно применить к модели. Модель тоже не забывайте сохранять развернутая, чтобы была с разверткой. Вот такая вот штука. Все, всем пока, до свидания.